Америки и Украины, естественно, проголосовали против резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма. Героизацию нацистских преступников Бандеры и Шухевича, а также сотни тысяч их идейных последователей, поднявших голову после того, как пришла на Украину так называемая революция достоинства, на самом деле военный переворот, и вот уже пятый год на практике осуществляющих теорию расового превосходства. Вот этих людей, которые являются настоящими нацистами на Украине, очень немного по сравнению с 40-миллионной страной. Вы правы. Как объяснить ежегодные марши в честь нацистов и коллаборационистов, факельные шествия националистов, столь отчетливо напоминающие аналогичные сборища в гитлеровской Германии? А? А, Максим? Во что превратились Соединенные Штаты Америки? Это ровно те люди, которые своими сукиными сынами считают нацистов в Украине и поэтому их поддерживают. На самом деле в Соединенных Штатах можно проводить демонстрации фашистов, да? Ну, под охраной полиции. Можно купить Майн Кампф в любом магазине. Я вам больше скажу. В вооруженных силах появилось нацистское приветствие. Дело в том, что это не украинцы, это были националисты. Националисты и фашисты, которые не имеют национальности. И не должны мы их связывать с украинским народом. То, что сегодня батальоны, сформированные из украинских националистов, жгли белорусские деревни и уничтожали, они не с ума сошли. Они, и мы уже об этом не раз здесь говорили, объявили нам войну. Россия для них представляет очень серьезную опасность. Вот этим духом, своей историей, своей справедливостью, своей верой, русским миром, который сегодня присутствует везде и всюду. Нацисты заблокировали Киев. Помните? Балаклава с красно-черными флагами. Да вот буквально полтора, буквально месяца назад. Проблема же в том, что Порошенко их не разгоняет. Проблема же в том, что это он называет так улицы. Это создает эти всех людей, эти подразделения, эту идеологию создает министр внутренних дел. Вот это поворот! Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Это та общность, разрушив которую, мы с точностью разрушим свое отечество. Современная Россия позиционирует себя как страна цивилизованного консерватизма и защитница традиционных духовно-нравственных ценностей. В основе российского мировоззрения лежит представление о добре и зле, о высших силах, божественное начало. В основе западного мышления все-таки в основе лежит интерес, прагматичность, прагматик. В основе лежит, безусловно, наши общие духовные ценности, которые делают нас единым народом. И сегодня представители Украинской Церкви Православной об этом как раз говорили, и трудно с этим не согласиться, с этим нужно только соглашаться. Что это за ценности, что это за истины? Это самые простые вещи. Эти ценности – правда, достоинство и справедливость. Победа над любой несправедливостью. Уважение к достоинству каждого человека. Правда в отношениях между обществом и государством. В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея. В основе российского – коллективистская. Вот есть один из исследователей Пушкина, который об этом очень точно и ясно сказал. Вот в «Унесенные ветром», помните, там главная героиня, она говорит, что я не могу себе представить, что я буду голодать. Вот для нее это самое главное. А в нашем представлении русского человека, все-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт уходящее, что-то такое душевное, что-то такое связанное с Богом. Следование последним закреплено как элемент государственной политики в доктрине национальной безопасности, подписанной президентом РФ в последний день 2015 года. Россия вступила в 2016 год с новой стратегией национальной безопасности. Президент Путин подписал документ 31 декабря. Подавляющее большинство наших граждан склонно опираться на свои исторические традиции, на свою историю и если можно так сказать, на традиционные ценности. И, на мой взгляд, это является
определенным фундаментом, элементом устойчивости российской государственности. Довольно часто над самой идеей традиционных ценностей посмеиваются. Прежде всего потому, что история нередко делала традиционные ценности преступными, а затем осуждала и те, которые успевали сформироваться за время, пока прежние традиции оказывались забыты. Однако нас сейчас интересует другой вопрос, так как традиционные ценности в их российской трактовке выглядят достаточно понятными. Сильная власть, традиционная семья, значительное влияние государства на общество и экономику, следование религиозным канонам, умеренный национализм, подчеркивание всей полноты суверенитета и опора на силу международной политики. Причины давления на Россию понятны. Мы проводим независимую внутреннюю и внешнюю политику. Не торгуем своим суверенитетом. Не всем это нравится. Но по-другому быть не может. Вопрос заключается в том, кому и когда четкое следование традиционным ценностям приносило успехи и процветание. Все общества рано или поздно меняются. Технологически, социально, интеллектуально. Вся история представляет собой борьбу нового со старым в рамках отдельных стран и противостояние более и менее современных государств в мировой политике. И всегда новое выигрывает у старого как дома, так и в глобальном масштабе. Подтверждений тому масса. Самые успешные державы приходили в упадок, когда зацикливались на традиции, вне зависимости от того, какой именно. Китай, самая мощная в экономическом отношении держава средневекового мира, 32% глобального ВВП по состоянию на начало 17 века, по оценкам Мэдисона, увлекшись консерватизмом и автаркией в период расцвета империи Мин, фактически порвал свои отношения с миром и пребывал в счастливом созерцании своих ценностей более 300 лет. За это он заплатил поражением в войнах с западными державами, опиумным колониализмом, зависимостью от Японии и последовавшей коммунистической диктатурой, к концу которой доля страны в глобальной экономике сократилась до 1,7%. Зато всего за 40 лет с начала усвоения принципов современного мира страна вернула себе ранг крупнейшей экономики на планете и обрела невиданный прежде статус второй глобальной сверхдержавы. Си Цзиньпин заявил, что необходимо сказать «нет» протекционизму в мировой экономике. Проведение политики протекционизма – это как запереть себя в темной комнате. Снаружи могут быть дождь и ветер, но также воздух и свет. По мысли главы КНР, нужно не отказываться от идеи глобализации мировой экономики, а адаптироваться к ней. В другой части мира консервативные исламские государства, сначала арабские страны, а затем Османская империя, последовательно отторгая все новое, уже к середине 19 века опустились на самое дно в экономическом и культурном отношении. Потребовались революция Ататюрка в Турции и неудавшиеся либеральные реформы в Иране, чтобы начать возвращение этих стран в современность. Сегодня цена традиции заметна здесь еще больше. Неотличимая по стилю жизни от западных стран Объединенные Арабские Эмираты, Катар или Кувейт являются одними из самых богатых стран мира, тогда как Афганистан или Сомали – самыми бедными. Отдельно можно поговорить о разного рода авторитарных режимах, которые во всех случаях, от нацизма до коммунизма, заботились о нравственных принципах, идеологической чистоте и доминированию государства над обществом, а общественного над личным. Ни в одном регионе такие страны не удерживали лидирующих позиций на протяжении более чем пары десятилетий. В Европе Испания, которая в 30-е годы прошлого века имела уровень ВВП на душу населения, составлявший около 65% от британского, подошла к концу эпохи Франко с на треть худшим показателем.
Аргентина в 1920-е годы была самой благополучной страной Латинской Америки, в то время как к началу 1980-х, после череды военных диктатур, откатилась по подушевному ВВП на пятое место в регионе. Примеры диктатур на Кубе, в Северной Корее и многих других странах показывают, что под лозунгом отрицания нового и в условиях диктатуры патриотизма страна легко может дойти до разрухи и голода, приблизившись к национальной катастрофе. Приверженность традиции опасна еще и потому, что не все государства, развивающиеся наряду с вашим, следуют этой доктрине. Франция, например, остановившись в совершенствовании военного дела, испытала это в 1871 и в 1940 годах. Китай, о чем уже было сказано, потерпел сокрушительное поражение от небольших экспедиционных корпусов европейских держав в 1840-1890 годах. Россия была разбита, начавшей модернизацию всего на полвека раньше Японии, в войне 1904-1905 годов. Еще раньше Россия потерпела поражение в Первой Крымской войне 1855 года, продемонстрировав безумное отставание от западных стран. Сегодня как никогда очевидно, что экономика автаркии не способна создать современную военную промышленность. Можно сколь угодно тешить себя тем, что советская или российская техника продавались и продаются во многие страны мира. Но стоит помнить, какие возможности она показала. Например, в войне Египта с Израилем в 1973 году или в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991. В России опыт борьбы консерваторов и прогрессистов также весьма обширен и поучителен. Один из наиболее почитаемых сегодня государей, Иван Грозный, известен взятием Казани и началом покорения Сибири, то есть победами над отстававшими в своем развитии государствами или общинными племенами. Но при этом потерпел страшное поражение в Ливонской войне с Великим княжеством Литовским, Речью Посполитой и Швецией, что в конечном счете предопределило смуту и долгую полосу упадка страны. Самый консервативный император XIX века Николай I настолько ввел в застой не только политику, но и экономику страны, что разрыв в подушевных доходах в России и Британии вырос за 30 лет его правления более чем в полтора раза. О проигрыше в Крымской войне мы уже упоминали. Александр III, сейчас представляемый как один из лучших правителей России, заложил основы того традиционализма, следуя которому российская политическая элита, по сути, проспала приближение революции и ввергла страну в самую большую катастрофу в ее истории. После каждой консервативной эпохи каждой стране приходится тратить большие усилия для возвращения своего технологического и социального динамизма и обеспечения конкурентоспособности в глобальных политике и экономике. Консерватизм приносит еще меньше результатов, когда речь заходит об общественном сознании, культуре и науке. Религия, которая всегда претендует на то, чтобы делать людей чище и лучше, в исключительно редкие исторические моменты делала их умнее и образованнее, в большинстве случаев стоя на пути интеллектуального прогресса. Но нигде и никогда списки запрещенных книг, суды инквизиции или проповеди традиционной морали не останавливали развитие знания и изменение форм социального общежития. Когда был зачат ребенок, когда он родится, это один вопрос. А когда был зачат? Если он был зачат во время поста, то, знаете, ничего не ожидать хорошего для этого ребенка. Потому что вот есть медицина, это доказывается, что дети, зачатые во время поста, значит, из них 70% значит, шизофреники. А хочет кто-нибудь иметь шизофреника сына? Не хочет.
Из них тоже 70% самоубийцы. Из них есть, это, значит, экстрасенсы рождаются, очень много зачатые, очень многие из них, которые зачаты во время поста. То же самое можно сказать о влиянии тоталитарного консерватизма на культуру и науку. Отчисток интеллектуалов в гитлеровской Германии, от которых немецкая наука так и не оправилась, до отношения к генетике или кибернетике в Советском Союзе, ставшего залогом радикального научного отставания стран бывшего СССР в последующие десятилетия. Более того, даже в самом святом нравственном аспекте возвеличивание традиционных ценностей не приносит большого результата. Сегодня в чрезвычайно нравственной России насчитывается до 2000 воспитываемых государством, брошенных родителями детей на 1 миллион жителей. Тогда как в странах Гейропы менее 10 брошенных детей на миллион жителей. Смертность от наркомании в самых нетрадиционных Нидерландах на 100 тысяч населения в 14,5 раза меньше, чем во все более моральной России. Все это говорится вовсе не для того, чтобы выставить в непривлекательном виде именно Россию. Столь же разительны отличия, существующие между прогрессистскими и традиционалистскими штатами в современных США. Если сравнивать показатели числа абортов, статистики подростковой беременности, изнасилований, преступлений с применением оружия в штатах так называемого «библейского пояса» – Алабама, Джорджия, Теннесси, Техас, Луизиана, Южная Каролина и других – со статистикой по самым либеральным штатам, Массачусетсу и Калифорнии, то окажется, что по всем приведенным показателям более воцерквленные сообщества опережают менее верующие в 4-11 раз. Таким образом, оказывается, что следование традиционным морально-нравственным ценностям вовсе не гарантирует социальной солидарности, безопасности и процветания. Поклонение традиционным ценностям в современном обществе имеет только одну цель. Состоит она в стремлении общества или власти отказать отдельным гражданам в праве на экспериментирование в частной и профессиональной жизни. Последнее может быть обусловлено как страхом перед будущим, который может быть по объективным причинам распространен в обществе, так и желанием политической элиты управлять менее инициативными и более предсказуемыми подданными. Косвенный удар по России через Украину и прямой удар через эти традиционные ценности совпадают. Они пересели с лошади советских ценностей, которые они хотели уничтожать, на лошадь традиционных ценностей. Еще они пытаются это противопоставить друг другу. Мол, коммунисты там что-то хотели, свободной любви. Я не знаю, что хотели коммунисты. И какую там ахинею несли их представители женского пола. Я знаю только, что уже Ленин сказал этим представительницам: «Цукс, дуры, мы не удержимся у власти, если начнем все это гнать, эту ерунду». А Сталин потом завернул это в такую классическую традиционность, сочетая коллективизм и модернизацию, что в принципе несочетаемо, что страна стала оплотом традиционных ценностей, и советская стала традиционным, консервативным по своей сути, и осталась таковым до конца, до своего краха. Однако, чем бы ни диктовалось само подобное желание, оно порождает один и тот же набор результатов. Мы видим растущий социальный инфантилизм, интеллектуальную ограниченность, неадекватное восприятие действительности, усиление религиозных и националистических предрассудков и, в конечном счете, непримиримость морального большинства ко всему необычному и новому. Последнее становится предпосылкой торможения социального и интеллектуального прогресса, эмиграции и невозможности в полной мере использовать потенциал нации для решения задач ее развития. История и современность показывают, что запреты, исходящие от нормотворчества государства,
или от поддержания строгих императивов самим обществом никогда и нигде не способствуют развитию. Между тем, сейчас именно степени свободы и уровень благосостояния человека являются интегральным показателем успешности общества. Если посмотреть на миграционные потоки в современном мире, можно увидеть, что все они ведут из более традиционных обществ в менее традиционные. И надеяться на смену вектора, судя по всему, бесполезно. Все это справедливо уже сейчас, но в ближайшие годы консерватизм и традиционные ценности окажутся еще менее совместимы с прогрессом. По мере того, как биотехнологии позволят совершенствовать венец творения на генетическом уровне, компьютерные возможности предложат новые варианты социализации в виртуальной реальности, а многие существующие и по сей день поведенческие табу будут окончательно отвергнуты. В заключение стоит спросить себя, действительно ли нужно говорить о традиционных ценностях столь однозначно? Неужели в мире нет того, к чему люди стремились и что они ценили всегда и везде? Если задуматься об этом, то, конечно, такую подлинно традиционную ценность можно найти. И называется она свободой. Именно за нее люди боролись и умирали в любые исторические эпохи. И в ходе восстаний римских рабов, и в годы войн за независимость, и даже противостояние собственным правительствам. Нет оснований сомневаться, что такая традиция продолжится и в будущем. Но только для сторонников традиционных ценностей в российском прочтении это не очень хорошая новость. Что же касается традиционных наших ценностей, то я действительно считаю, что мы должны обратить на это больше внимания в силу простых обстоятельств. Известно, что в Советском Союзе доминировала одна идеология. И как бы мы там к ней ни относились, но там были и достаточно понятные, по сути, квазирелигиозные ценности. Вот кодекс строителя коммунизма, если почитаете, он это жалкая копия с Библии. «Не убей, не укради». «Не пожелай жены ближнего своего». Там это, вот в кодексе строительного коммунизма все есть, только изложено примитивным языком и сокращено до безобразия. Вот этот кодекс уже почил в Бозе, его не существует. Новые поколения граждан России, молодые люди, вообще не знают, что это такое. А ему на смену могут прийти только те самые традиционные ценности, о которых вы сказали. Без этих ценностей общество деградирует. Еще раз хочу сказать то, о чем говорил в послании. Это, конечно, консервативный подход, но это, напомню еще раз, Бердяева, это тот консерватизм или консерватизм – это то, что не мешает движению вперед и вверх, а что препятствует движению назад и вниз. Вот это, на мой взгляд, очень верная формула. Вот эту формулу я и предлагаю, по сути. Ничего здесь необычного для нас нет. Россия – страна с очень древней, глубокой культурой, только ориентируясь на будущее, но опираясь на эту традицию, на эту культуру, мы можем чувствовать себя уверенно и уверенно идти вперед, развиваться. По Библии Господь построил на шестой день. И что? Что вы хотите, чтобы Путин за 15 лет построился?